Айси Кап, Сим Ритр. А последняя после Док Чамп кто? А, так это Sunlight. Следующий. Ебать. Ладно, это какой-то супер нейм. Что? Да, там не Nine Pandas, а Enigma, да? Это... Сейчас скажу. Так, а кто там у нас? Там пахнет майнд-контролом каким-то, на самом деле. Надо подумать, кто там еще есть. Там ГХ... Там какой-то Микей, я так понимаю, Куроки. Кто там еще? Миракла там нет. Блять, я их так давно не видел, что уже забыл. Ну, допустим, это Mind Control. Мне даже лень думать. Ого. Ого. Ого, ого. Кто-то и ОГЭ сразу. Блин, а какой-нибудь супер молодой какой-то челик, с которого взяли, и это не Топсон. Наверное, в новый состав ОГЭ. И после ОГЭ при этом никуда не уходил. А кто сейчас в ОГЭ? Кто там сейчас молодой? Вот, блин, поприходили в европейские команды какие-то молодые задроты, а я про них ничего не знаю. Ну, слушай, а когда их две, как будто странно. Нет, ну, под это описание подходит Топсон. Потому что вчера так было. СФТ, ОГ. Ну, и что? Пиздец, хорошо, одну команду убрали. А потом в ОГ. Миша был в стаках. Чуваш был в стаках. Амар у него там был. Крипвейв, но был ли где-то кроме Крипвейв? Ну, допустим, он не был кроме Крипвейва, пусть будет Амар. Нет, погоди, нет, не Амар, потому что сейчас он уже в квесте. Блядь. ОГ. Какой-то молодой. Ну, Юраги может вполне быть. Ну, пусть Юраги будет. БЗМ, блядь, ну... Крипвейве. Ну, собственно, как Амар. Только Амар потом еще куда-то ушел. Подогрей интерес к просмотру спортивных и киберспортивных событий на 1X. Регистрация в один клик. Удобное мобильное приложение и широкая линия. А по моему промокоду ты получишь $520 на первый депозит. Ссылка и промокод в закрепе. А в описании будет инструкция для тех, кто хочет гарантированно забрать пару тысяч рублей. Обузь акции и зарабатывай вместе с нами. Да, и вместо E-Home автор. Там E-Home. Порезу. Там в итоге E-Home. Там в итоге E-Home, а там где Aftershock? Или это Aftershock? E-Home. Блин, наглядно надо, я уже забыл. Ну. Ну и... Так... ХГТ, E-Home, Ньюбикин, IG. А вместо Extreme, да, там кто-то сказал? Оно все работает, понял. Extreme, блядь, Extreme. Я Китай вообще не шарю, современный, но это old какой-то. Сейчас вспомним. Блядь, Экстрим. Но надо было хоть чуть-чуть Китай смотреть, чтобы понимать, кто это. Ладно, я сам не знаю. Но это какой-то типа полу-олд, который начал играть в 13-м году. В 14-м. Кака. Ну, такой полу-олд.
Реально. Базар Ю... О! Тимастер. А кто там? Это молодая звезда Юго-Восточной Азии. Альянс. А кто сейчас вообще в Альянс? Я что-то вообще не следил. Пиздец, я вообще ничего не знаю, походу. Ну, я в чате посмотрел, это видимо, Чуань. Этот, который ее... А молодой Чуань. Я не знаю про него ничего. Типа, знаю, что Чуань. И ник, как у Чуаня. Но про него вообще ничего не в курсе. О! V-Gaming — это казахская команда была. Хэрэ, Натус Винсеры. Знак вопроса, Натус Винсеры. Кто играл в этом V-Gaming-то? Потом в Hellraisers, потом Na'Vi. Два раза. Так да, я понимаю. Я, ну, это самое сложное на самом деле. Чтобы случайно глаз не прыгнул туда, куда он постоянно прыгает. О, спасибо. Хорошо, кто был в последних составах Na'Vi и, видимо, до сих пор там? А, видимо, тот, кто сейчас в Na'Vi. А кто там сейчас вообще? Пиздец, я вообще ничего не знаю, получается. Что-то современное, зачем я не слежу, я же в душе не ебу, кто там. Пизду, я сдаюсь. Наверняка что-то простое, но я не знаю. Молоди, блядь. Ну, реально, тот, кто сейчас в Na'Vi, и реально казах. Ну, все, сходится. А, там был Пакчамп еще. Ну, слушай, Пакчамп бы меня не выручил тут. Хан, Galaxy Team. А, так это, наверное, Фишман. Ватсон. Не ставил жопу вообще. Нет, так тут началось уже сложно. Так что тут уже жопа не ставится. Это легкий какой-то. Ага, понял. Воу. А, так это этот, Вигас. Видимо. В Дуза Гейминг был? Охуеть. Так. Это, ага, это на первом инте IGZ. Потом просто IG. Потом это, короче, Super Old, явно. Сейчас вспомним. Super Old, который играл в IG. Кто был в том составе? Короче, это, видимо. Видимо, это Чуан. Но сейчас подумаем. Может, Фейт? Может, Фейт? Но Фейт в Абане. Так это рандомный микс челов, наверное. И как он называется? Йохоум. Хорошо, а кто играл в том составе IG? Фейт, Чуан, IG, Феррари. Собственно, это может быть Феррари. Кто там был на керри? Бёрнинг. Был тогда ДК на втором инте? Тим Дикей был? Вот мне тоже кажется, что Бёрнинг был. Если и был, то... А, нет, там Жоу был. О. Жоу. Так, Жоу, Феррари и YYF. Блять, любой из них может быть, кроме Фейта. Такс. YYF пусть будет. Угадал? Блять. Да тут вариантов-то немного. Тонфу, Вичи Гейминг, Тонфу, Иммортал Магнета, Тим Фантуан. Хум. А, ну Тонгфу, значит, это, видимо, Тонгфу, которые были топ-3 третьего инта. Или как? Это которые...
Потом стали Вичи и на четвертом Инте топ-2. Сейчас помню, кто же это был. Ага, Вичи, кто там был? Там был Ратикей, там был Сайлор. Там был... Вичи Гейминг. Блядь, что-то пиздец. Я это все знал очень хорошо, но что-то давно не повторял, поэтому и перед глазами не видел, поэтому сложно картинку нарисовать перед глазами. Кто играл на четвертом инте за Вичи Гейминг? Кто играл на четвертом игре за Вичи Гейминг? На четвертом инте за Вичи Гейминг. Так, Ротикей. Этот был. Еще. Хаому. А, Хаому был. Нет, это Ньюби. Это Ньюби. Да. А, Вичи. Вичи, это вторые. Выиграли. Это вторые. Силар, наверное. Силар, я тоже вспомнил. Так. Еще три. Охуенно. Да. Может, Саншон какой-нибудь? Это Ньюби. Это Ньюби. Может, Кинг Джей? Может, Кинг Джей. Не, Кинг Джей был, по-моему, единственный вот из состава Тонг-Фу, который типа кикнули, и его не было. Mm-hmm. В Ньюби, кстати. И вместо него был директор. Вот. Ага. Что тут я что-то... Кто-то, кто играет на этом турнире, правильно, назад? Не, там Тим Фонтон. А там был Вигас. Нет, там уже сложные начались. Это уже не суперлегенды, там уже... Тим Фофан, последний команда. Фантуан. Блин, ну это кто-то известный все, да? Это же не какой-то рандомный. Блядь, ну если он играл в Авичи и топ-2 инта. Ну да. Кто там? Давай, мы должны вспомнить. Я не вспомню. Рутикей был на оффлейне, Силар был кэрри. А кто еще у них был? Кто у них в миде вообще стоял? У Вичи в миде. Может, супер? Супер. 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 Яфец. О, это не то вот вообще... Нет, а погоди, а какой нахуй Яфец в Вичи Гейминг? Ты кого наебывай? Как? В какой момент? Чё это? Так Яфец же закончил играть, он не играл. Он во второй доте вообще не играл. Да. А если и играл, то в каком нахуй Вичи Гейминг? Это какой-то скам. Давай показывай. Так там скам какой-то. Ну хорошо, покажи, открой мне страницу Вичи Гейминг и покажи мне их составы вообще. Уважаемый Ярослав. Ну типа это 13-й год. Балабама. Сделайте рубрику «Курилка», формат между матчами. Выйти на улицу, попиздеть. Так это мы вне эфира делаем. Размять, покурить. От All Day 2 постели. Так. Ну не, бро, это сложно. Wire the roster. А, в натуре, слушай, а реально вот основалась, можно сказать, практически команда чуть ли не с того, что, там они, был Яфец? Что они подписали команду Яфеца в 13 году. Серьезно? Говна поели, тут же ушли. Я вообще такого не помню, но это какой-то шок. Mm-hmm.